Календарная зима в России – это ровно 3 месяца – декабрь, январь, февраль. Однако в реальности морозы приходят гораздо раньше, а снег тает в конце марта. Климатическая зима длится в среднем чуть более 130 суток. Но в последние годы наметилась тенденция к потеплению зим. Вместо огромных сугробов люди ходят по лужам. Традиционная русская обувь – валенки – скоро станет просто сувениром. А какую зиму любят саровчане? Ну, слякоть тоже, конечно, не нравится. Вот. Но сейчас очень приятно и такой небольшой морозец, снежок. Приятный тоже, не в лицо сыпет. Пусть снежок будет, чтобы потеплее было. Да когда снег, когда тепло, вот как сейчас. Вот так вот всегда. Мне и то, чтобы было. И тепло иногда, и иногда морозы. В этом году погода снова отстает от климатического графика. Температура воздуха превышает средние значения на 1-3 градуса. Такие погодные условия приносят наши районы атмосферные фронты, которые сформированы в теплом, влажном атлантическом воздухе. И, конечно, южные и юго-западные ветры приносят к нам не только плотную облачность, но и осадки. Преимущественно в виде снега, днем даже мокрого снега, гололедные явления. В ближайшие дни температура воздуха будет достаточно однородной, резких перепадов не предвидится. Днем 0-2. Иногда столбик термометра будет подниматься до отметки в +1 градус. Ночью чуть холоднее, -2, -4. Конечно, такой легкий морозец не может по-настоящему прочно сковать льдом водоемы. В первую очередь у нас замерзают пруды, потом реки, но лед неоднороден. И несмотря на одинаковую его толщину, он может нести разную прочность на одном квадратном метре. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, лучше воздержаться от выхода на лед. Точно сказать, какой будет погода на всю зиму, сложно. Специалисты могут лишь предполагать, будет ли зима похожа на предыдущую, либо же будет сильно отличаться. Если говорить о прогнозе на предстоящий сезон, то пока не все уверены, что эта зима пройдет в привычных для себя значениях. Будут и сугробы, и оттепели, и даже морозы. Елена Грицко, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.